Перед началом этого ролика я хочу всем сказать, я хоть и уезжаю в Португалию, но я беру с собой туда ноутбук. Ролики как выходили каждый день на моем канале, так и будут выходить каждый день на моем канале. Так же, как и стримы по 3 трансляции в неделю. Поэтому не поднимайте панику, я хоть и уезжаю, но я буду выпускать ролики для вас каждый день. Не переживайте, никто не забрасывает канал. А сейчас минуточка внимания, потому что Катеридзе хочет вам что-то сказать. Пришло время, когда нам нужно попрощаться. Но не навсегда. И сейчас мы позовем сюда виновника торжества, или... Я даже не знаю, как это назвать. Это последняя серия в этом сезоне с Нубиком. Приглашаю вас на трон. Красно-кожано-черный. Здесь. Чтобы проводить в путь... Мы отмечаем этот праздник. Жопа глубокая. Чтобы вы понимали, подошел к концу второй сезон Нубика. И это последняя моя серия на этой квартире в ближайшие 2,5 месяца. Скорее всего, уже завтра, послезавтра ты увидишь ролики с новой квартиры, точнее, как с новой? Со старой квартиры с 2016 года, где я жил в Португалии, где сейчас живут мои родители. Там я буду снимать ролики примерно ближайшие 2 месяца, пока не вернусь сюда, к Катюхе. То же самое, что мы делали в предыдущем сезоне. В конце первого сезона мы должны сделать это сейчас. Пройти небольшой тест. Понять, на сколько процентов Катеридзе уже не нубик, а профессионал. В прошлом сезоне было сколько? 2% профессионал и 98% нубик. Посмотрим, сколько уже сейчас, возможно, Катюха выросла в моих глазах, в ваших глазах. Я не знаю. Но! Давай сделаем так, честно. Это последняя серия в этом сезоне. Следующий сезон будет в апреле, скорее всего. Как ты думаешь, они ждут новый сезон? Знаю. Мы не знаем, если да, вот давай наберем просто рекордное количество лайков на этой серии. Я не знаю, что из этого получится, вообще не имею ни малейшего предположения. Давай наберем 30 тысяч лайков. Катюха, я, мы поймем то, что ты ждешь третий сезон Нубика. Уже, наверное, не Нубик. Уже, наверное, хотя ты будешь не Нубиком, когда ты хотя бы на 50% будешь профессионалом. Бери мышку в руки, бубончики тоже туда же. И давай, туда, нет, я с тобой буду играть, давай, садись. А сначала забеги в наш дом, нужно попрощаться с нашим домом, который строила Катюха. Дом Спанч Боба. Да, блин, он же офигенный. Ананас. Скорее всего, в следующем сезоне его уже не будет, потому что мы какой-то другой построим, а этот взорвем, черт твоей бабушки. Ну, не мы взорвем, а какие-то опять бандюганы. Антошка. Антошка! Попрощайся с сыном. Сын, увидимся через 2 месяца. Да, я был. Девушка, это ж кактус. Ну я его поцеловал, сын же вроде. Оставляю компьютер, оставляю кресло, оставляю все, что только можно, ёхрый бабай. Все, давай, вали отсюда, а то сейчас еще заплачу. А где наш сортир? Сральник ты имела в виду, в другой стороне, вот туда, направо сейчас, вот туда, да. Вот. Да, я помню, как ты сюда ночью ходила, пока я спал. Ты думала то, что тебя не слышно, но вонь стояла на весь квартал. Ну я не в смысле, когда трубу прорвало. В общем, Катюха... Ой, у нас выросло кофе. Кофе выросло? Зачем ты его собираешь? Ты кофе не пьешь. Иди к бедроку, который ломается. Опа! Кстати, да, я забыл тебе сказать то, что до серии нас напали эти бомжатники. Вот, прицелься туда, вот, бомжари. Эти бомжи уже заполонили весь YouTube. Их снимают все, кому не лень. Поэтому нужно их просто завалить. Твоя задача... Киркой их убить? Нет. Сундук. Ты помнишь, что там? Кать, да, помню. Ты помнишь, я что... Почти. Ты ничего не помнишь, потому что нужно останавливаться и дальше прыгать, а не просто я бегу на пролом! У меня же получилось почти. Ну получилось, но ты в конце не смогла остановиться, поэтому давай еще раз. Потихонечку, не надо. Только сначала сломай бедрок. Ну он не ломается. Ломается. Нет. Ребят, давайте напишем Кате все же в комментах. Он не ломается. Ломается. Потихонечку. Только сначала нужно разбег взять. Что-то, мне кажется, в прошлом сезоне Катюха была на 2% профессионалом. В этом сезоне на 2,5, да? Мне кажется, нужно еще сезонов так 80, чтобы Катюха хотя бы на 10% стала профессионалом. Ёхали, бабай, разбегись, прыгни, остановись! Куда? Нет, туда не нужно, в другую сторону. Да? Иди вперед, нажимай Space. Вперед, прыжок. А что не так? Потому что ты не прыгнула, ты просто сиганула в лаву. Аккуратно, бежишь. Да тут-то нужно разоб...
Бежишь, разбегаешься. Разбегаешься. Разбег! Останавливайся! Опа! В ту сторону! Сейчас не нужно разбег, просто идешь вперед и прыгаешь. Тут тихо, тихо, немножко вперед, вперед отойди. Нацелься на этот блок, вперед, прыгай. Только не отпускай W! W опускай тогда, когда ты уже прыгнешь. Иди вперед, прыгай. Тихо, 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 тихо! Нет, не надо инвентарь открывать. И вперед прыгай, я пока пятку почешу, тут слишком зачесал. О! Калаш! Калаш! Перетаскивай это все. У тебя есть оружие, у тебя есть цель. Мы тебя учили стрелять. Кто помнит, мы в одной серии Катюху учили стрелять. Подожди! На протяжении всего вот этого ролика над нами будут появляться подсказки на прошлые видосики. Если кто-то не видел сезон Нубика, в описании есть ссылка на весь плейлист, на все ролики с Катюхой. Если у тебя немножко ностальгия заиграла в одном месте, пересмотри в ожидании следующего сезона. Катя, иди не разбирайся с этими бомжатниками, которые хотят украсть, скорее всего, Антона, пока меня не будет. Ближе подойди, ближе. Ближе, 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 ближе. Не стесняйся, не стесняйся, ближе. Просто в лицо, всем в лицо, просто беги, стреляй. Катюха, ближе, подойди, ближе. Да сними этот прицел уже. О, ты смотри, может тебе в снайперы взять, я не знаю. Ага. Патроны. А, подожди, а вот этого просто киркой добей. Давай, 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 давай. Ага, смотри. Да, вот, вот, а, да, давай, 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 по лбешнику. Знаешь, что они охраняли? Они охраняли дорогу. Темную-темную дорогу в одно местечко. Дорожки? Да. Штраф стоят. Мы идем забирать машину. Я подарил Катюхе машину на Новый год, но она немножко лоханулась. Нажми на чекпоинт, нажми на плиту. Надо просто ей напоминать, напоминать ей, пожалуйста, что, ой, ну, как бы, ну, никто не отменял того, то, что тебя будут троллить, поэтому учись! Сейчас ты такой чекпоинт. Какой чекпоинт, а? Ну, она тоже может мне чекпоинт сделать, пока меня здесь не будет, она мой компьютер просто продаст, и все. Не надо никакой чекпоинт. Ох, чекпоинт, где моя Джига? Вот Джига, там машина, нажми, пожалуйста. Руки убери! Убираю, хорошо, ты тут... Давай, да, проламывай. Это не моя жига, где моя жига? Да проламывай проход туда на штрафстоянку. Да не, не, я тут нельзя. Вот, тут специально выделенное место. Да. Проламывай проход. Твою, ты что творишь? Не забывай, что тебя троллить все могут. А я забираю свою машину. Так, а ее здесь нет. Вот она, это она. Нет, это не моя машина. Кать, это она. Это не моя машина. Ну... Я просто не смог тебе заново жигу добыть, поэтому вот твоя машина на ближайшие месяцы, пока меня не будет. Вот, красотка, ласточка просто. 4 лошадиные силы под капотом. Диски, ну, 5 на 5 сантиметров, колеса 5. Твоя ласточка, Кать, лучше, чем жига была. Я надеюсь, тебе нравится. Правой кнопкой разблокируй. Опа, R завести двигатель. Поехал. Вот, да. Только шлагбаум нужно поднять сначала. Правая кнопка на шлагбаум, садишься в машину. Правой кнопкой. Правой кнопкой садиться нужно. И поехала! Только, да, в забор не врежешься. Домой, Катюха, ласточка! Нужно, конечно, часто заправлять хотя бы 10 литров бензина на 1 километр, потому что она бензина налопает как не в себя. Да, я же забыл, что ты машину в принципе водить не умеешь. Давай я поеду. Ты просто любуйся видом, любуйся всем, что здесь есть. Где моя жига? Вот она, Катя, вот она, жига твоей мечты. Ты только... Она еще и плавать умеет. Подожди, у нас... Сейчас все будет нормально, подожди. Это субмарина. Это не только машина, это еще субмарина. Она умеет плавать, ну как, вроде... Слушай, вылезь меня оттуда. Опа, видишь, все нормально, Катюха. Все, Катюха, поехали домой. Главное, на плиту нужно нажать в следующий раз, когда ты будешь здесь Слушай, проходить. Поехали туда, где женились Антон и Наташа. А, помнишь, там обряд проходил, как помню, мы сатану туда вызывали или кого-то. А, куда поехали? Где женились Антон и Натаха. Натаха? Да. А, невеста Антона, да. Да? А что там? Там кое-что есть. Чё? А, ну просто, знаете, в этой серии мы просто прогуливаемся по самым таким значимым местам в этом сезоне. Антон и Натаха, они... А, вот, да, кстати, вот они, вот там женились. Ласточка какая, гонит как не в себя, смотри. Ага. Ага. Что это такое? Что это такое, Кать? Ну, подойди поближе, посмотри, ты ж кротик. Ну? Это тебе. Стул?
или стол, или пластмассовые овощи. Ну ты чё? Это наш с тобой прощальный ужин с Антошкой вместе, чтобы проводить тебя. Антошка, сыночек. То есть мы сейчас будем здесь сидеть, да, и... И обжирунькаться. И обжирунькаться в очередной раз. Мы с этой... Мы с этой чиксой это умеем, конечно. Аж хрюкнул. Логическое завершение второго сезона. Будет ли третий или нет, всегда только от тебя зависит, это знаешь. Ой, сезон был, в принципе, длинным, как и первый. Надеемся, то, что третий будет как можно скорее. Самое главное, что я надеюсь, то, что эти 2,5 месяца пролетят как неделя. Я вернусь. 16 апреля все записали себе в календарчики и напоминалки поставили. 16 апреля обвели в календарях. Я вернусь, и мы сразу же забабахаем третий сезон. Я сразу же тебя укушу. Хорошо. Кусь всех, кто сейчас смотрит этот ролик. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать серии, потому что неважно, куда-то я уезжаю, хоть в другое измерение, на другой планете, в другом параллельном мире, ролики как выходили каждый день, так и будут выходить. Стримчанские тоже. Подпишись, чтобы не пропустить новый сезон. Я тебя хочу обрадовать, ты уже не на 2% нубик. Я считаю то, что Катя примерно на процентов... Ну, на процентов 6 она уже профессионал. Ну, подожди. 2-6! Знаешь, это как рост 178 сантиметров, 180 сантиметров. Вот такая разница. Я не знаю, можешь свою оценку написать в комментах, как ты думаешь, на сколько процентов Катя профессионал и на сколько процентов Катя нубик. 6% профессионал, 94% нубик. Моя оценка. Прощаемся со всеми. Будем ждать тебя в новом сезоне. Спасибо каждому, кто смотрел каждую нашу совместную серию. Всем удачи и всем. Пока! Пока!